Всем снова здравствуйте, good evening, good well, прочь, прочь. Сегодня вторник, мы поиграли в Dark Souls 3, не поиграли в Dark Souls 1. Это очень плохо, я так хотел это сделать. А сейчас мы будем играть в Outlast 2, демо-версию всего-навсего, так что... Наверное, стрим будет короткий и вообще. Думаю, около получаса мы, наверное, разберемся. Да, без вебки, к сожалению. Но это потому что плойка. У меня пока карты захвата нету, как я уже говорил. Ну, в общем, сами понимаете. Надо подождать немножко. Потом будет все будет. Вот. Есть музыка, конечно, но не знаю, слышно вам ее или нет. Так что, в принципе, можете заказывать. Ладно, давайте попробуем. Так, вы Блейк Лангерман, еврей какой-то. Видеооператор, работающий со своей женой Лин. Вы два журналиста-детектива, что ли, так, которые... Копают, короче, раскапывают истории разные, ну и все такое прочее. В общем, так. Вы следуете по пути улик. Я извините за перевод, ну так. Кто умеет как бы читать по-английски, читайте по-английски. Я пытаюсь разобраться, что тут написано. Вы, в общем, исследуете улики, которые остались, в общем, после какого-то невозможного убийства... беременной женщины, известной как Джейн Доу. Вот. Расследование привело вас в пустыню Аризоны, в темные... в общем, в такую тьму, что... где даже солнце никогда не светило. Ну, давайте музыку выключим. Без разницы. Сейчас я вначале прочитаю, что тут у нас. Ну, в общем, ничего толкового здесь больше не написано. Вот. Ну и музыки не слышно. Ну и фиг с ней, к тому же. Все ништяк. А вот меня не слышно. Они, короче, разбились, видимо, над пустыней на вертолете, судя по звукам. Почему я не вижу нихера? Вы видите чего-нибудь? О! Твою ж мать! Блин! Очки! Верни очки! Очки. Ты куда ж ты? Вот очки. Надевай. Они что, даже не побились? Они даже не потрескались. Ну ладно. Ну вроде как вертолет был по звуку там, и лопасти шуршали. Свистели. Летели? Ну, кстати, вот... Это я нифига не управляю, это персонаж пока сам все делал. О! Ништяк. Так. Нафига мне зумить это дело? Ну, окей, я научился. Ночь, пустыня, какое-то ранчо.
Лопата, дайте мне лоп... А, это не лопата, вилы, блин, я вилы хочу. Эй! Anybody here? I'm lost and hurt. Мужик, ты тупой? Ты в пустыне ночью. Здесь одинокий обветшалый дом. В нем свет не горит. Здесь даже никого не может быть. Чего ты, Ран? А зачем мне бежать? Ну, побежали, ладно. Ой, еще домики. Давайте я лучше вот так вот буду ходить, ладно? А, у меня... Твою мать, а что не видно-то ничего? У меня, кстати, батареек нету. Следы. Я уверен, что я туда хочу? Опа-па. Мужчина. С батарейкой. Умер над батарейкой. Хорошо, прям. Погоди, у него зрачок светится. А, у этого хотя бы голос есть, в отличие от первой. И то хорошо. Я пошел отсюда. И вообще, ну, каким надо быть отбитым, чтобы в доме, где труп лежит, стучать в двери? Ой-ой-ой-ой-ой. А, блин, я думал, там кто-то шевелится. Ой, мужчина! Ой, ты как говорит, ты меня увидел? Пошел я отсюда. Интересно, я могу к нему спиной поворачивать? А там есть свет. Опустите меня в свет. Эй! Хорроры не твое, Кас. Кстати, и не мое особо тоже. Особенно вот меня раздражают вещи, когда я не могу ничего сделать, кроме как убежать. Хотя вот, например, амнезию проходил. Она клевая была. Лопата, дайте мне лопату. А, я кого-нибудь хочу охерачить лопатой просто. То есть мне вот игра намекает, что надо мне идти туда, где этот парень стоял с ножом. Святой бомжара. Ты кто вообще? А можно дверь закрыть? Спасибо. Хотя бы сразу не убьют. Так, батарейка. Полезное дело. Сковородку, ну дайте мне хоть сковородку-то. Я хочу хоть что-нибудь сделать. Какую амнезию? Первую? А, блин, это я спрятался, типа. Понятно. Ладно. Не, ну реально, каким надо быть отбитым, чтобы ходить ночью в деревне, где странные люди. Так. Полагаю, мне сюда, да? Свеча, кстати, горит. Значит, тут кто-то еще был. Совсем недавно. А спорим, демка кончится на том, что меня прибьют.
Вот. Чтобы никакого сквозняка. Потому что вредно. Первые пару часов самые впечатляющие. По крайней мере, ты еще не привыкаешь ко всему вот этому безобразию. Тебя игра постоянно удивляет. Машина для свиней. Это, по-моему, вторая. Кстати, ну давайте поменяем батарейку. Вообще скримеры приедаются как класс. Где бы то ни было, хоть в играх, хоть в фильмах. И даже сатана. И ни... Чего? Ин... Ми... Микал... Где? Я не знаю, что это такое. Что-то написано, в общем. А вот вообще клево, да, я иду в подвал. Кто меня гонит в подвал? Зачем мне туда? А здесь какой-то... Алтарь, что ли? Что это такое? Ага, шикарно. О, у меня есть тело! У меня есть ноги! У меня есть руки, господи! А, нормально, это не алтарь. Это жертвенник какой-то, скорее всего. С намеком на ясли. Ладно. Ну да, конечно, на полу кровавый след. Конечно же, давайте пойдем по кровавому следу. Найдем детские трупики, сгоревшие. Охереть вообще, да. Еще потопчемся по ним. Угу. Так. Братья, которые за ГГ бегали, особенно тот момент, когда они обсуждали, что каждый из них съест с твоего тела. Это в машине для свиней это было, что ли? Я не играл, я только в первую играл. Там сшитый человечек такой ходил. Ой. Я тебя сразу не заметил. Ты прикольная. Ладно, здесь детей в жертву приносили, я все понял. А дальше-то чего? Кричала. Да, ну да. Это напряжение, саспенс наращивают, наращивают потихоньку, а потом тебе просто показывают, как какой-то силуэт мелькает. Все. Что-то я думаю, что мне назад-то не надо. А, в Outlast'е было. Ну ладно, в Outlast я тоже не играл. Хм. О, там что-то... Там окна какие-то, там что-то светится. Ага. Ну, окей. Блин, я ни хера не вижу. Во. Мне, может, здесь что-то надо, не знаю, взять, найти, повернуть, посмотреть на что-то. В чем геймплей-то, блин? Вот я по детским трупикам попрыгаю, да. Кстати, в первый раз в играх вижу детские трупики. О!
Это в смысле назад, что ли, проход? А, не. А как-то я сразу не заметил. И чё, вот меня этот конёк должен испугать? То, что он тут качается? Да если бы он сейчас ускакал от меня, это было бы страшно. Пустая детская площадка, да, бедные дети. Я понимаю. Колодец страшный. О, Инвестигейт. Твою ж мать-то! Что за говно? Удивительнее всего, что я живой остался. Ну вот, банана. Дай поцелую бобошеньку. Ай, ай. Что-то трясется. Кто-то кричит. А я могу заглянуть вот туда, вот нет? Жаль. Короче, никто ничего не слышал. Я вылезать отказываюсь. Но придется, да? Здесь, по крайней мере, светло. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Прям Deus Ex. Стелс. Стелс ужасы. В смысле? Там же это была. Там же, как ее, доска. Я же видел, кто-то пробежал. А вы видели? Или это у меня глюки? По доске кто-то пробежал. Какая-то тень. Упал в колодец, оказался в школе. Логика. Л. Логика. У меня, в общем, есть две двери. И обе двери я открывать не хочу. Вообще. Что за книжка? And чего? English Dictionary. Вроде как ничего, нормально все. Католическая школа. Налево или направо? Друзья мои, куда идти? Предлагайте, я вам в шкаф лучше бы пошел. В эту дверь или в ту? Налево или направо? Надоест целовать. Она везде, что ли? Бабошенька. Кто-то упоролся, ничего не было. Ясно. Мне показалось. Окей. Ну что, налево, направо идти? Кстати, сколько время тут? 6:25. И часы, кстати, даже идут. Домой иди. Ты пьян, иди домой. Ну, ладно, короче. Охереть теперь вообще. То есть в первой игре мы лазали по психиатрической больнице полуразрушенной. Чего? Это сейчас чего было такое? В
В первой игре мы по психиатрической больнице лазали, здесь по школе. Еще неизвестно, что страшнее. А, тут какие-то тени, реально. Ну, ладно. Зря это сделал. Главное, блин, везде батарейки лежат. Твою мать! Ну почему? Ну почему я должен идти туда, где страшно? ГГ дебил. Согласен. Нахрена я музыку эту поиграл? Это чего за херня вообще? О! А, это меня пугают. Ты закончил? Журналисты все такие, все им надо знать. Ага. А жопу им свою как бы не надо, да? Да ёперный театр, ну! Да, конечно. Кстати, время тикает в реальном, как бы, времени. Ну вот, синяк будет у бананы. Пожалейте банану, люди. Да эти-то ладно, конечно, насрать, журналисты. Они, да, такие, но это журналисты, а то я. Чего? Чего? Это что за Нарния, блин? О, старые системники лежат. Компы старинные. Смотри-ка, открывается. Пойти убедиться, что там нечего пугаться? Ну, я не знаю прям. Джессика. Джессика. Это нихера не Джессика, это девочка какая-то. И она от чего-то убегала. Опа. Кто-то взял. А может мне в эксит, а? Это что? Это эксит. А можем мне на выход? Наверное, если долго смотреть в бездну, то бездна будет смотреть в меня. Перед неизвестностью это как раз самое главное. Блин, выход не работает. Это практически самый основной страх.
как я считаю. Ой. Красная лампа. Прекрасно. А знаете, что самое поганое? Это осознавать, что я хожу и просто запускаю скрипты один за другим. Господи, я так шумлю. Зачем столько шума? Ну да, у меня бывает, кстати, такая фигня. На кухне чего-то гремит, а я дома один. Вот что гремит, непонятно. Но идти проверять, например, у меня желания не возникает. Эй, мужчина! Мужчина, ты чё? Я не хотел. Да ты что ты тут достал? Пристал ко мне, а? Мама! Мама! Куда срать-то кидаться? Бежим, бежим, бежим. Ой, а ты кто? Наверное, останавливаться не надо. Ай! Ай! Господи! Не, пацаны! Блин! Мне кажется, из-за лба что-то торчит. Ну да. Еще одна девушка. Твою ж мать! Да беги ты, дурик! Да беги, дурак! Шевели копытами! Выход, наверное, это выход, господи! А может и нет. Воу! Так, это мы уже... Ну не... Мои яйца! За что? А, то есть это конец был. Отлично! В конце демки мне отрубают яйца. Огромной киркой. Или мотыгой. Очень грустно без яиц, между прочим. Что это сейчас было вообще? Это был самый страшный момент вообще в истории всех игр. Да, быстро. Я даже не знаю, сколько шел стрим. Странная демка. Да я, кстати, так и ожидал. Вот я же вам сразу сказал, что демка закончится моей смертью. А вот она и закончилась. Правда, мне отрубили яйца, вот этого я не ожидал, но да, все печально. Но я не знаю, играть в это, не играть, решайте сами. Меньше даже получаса. Ну, для демки это нормально. Вот. Возможно, под конец мне надо было не... Можно было не просто убегать, а где-нибудь заныкаться. Там вот эти парни с фонариками. Наверное, там можно прятаться от них и потихоньку-потихоньку убегать. Я могу даже предположить, что если не бежать напролом, а тихонечко убегать, то, может быть, даже в конце не умрешь. Но мне лениво пробовать, честно. Вот, 29 минут. Ну, прям ровно.
ждала Outlast 2. И зря. Ну, ну извини, банана. Ну это демка. Вот. Зато ты знаешь, чего ждать от Outlast следующего. Я не знаю, он вышел, не вышел уже. Вообще. Есть тут у нас в стиме уже, нет? Так. А, Outlast 2 выйдет аж в 2017 году. Чего-то еще? Чего-то еще? Ну фиг знает. А чего вы хотите? Давайте посмотрим, чего есть.